Приветствую вас, так далее, Redcat. Ну что ж, я опять играю в Skibidi War Epic Tower Defense. Очень классная игра, но мне по-прежнему нравится. Не знаю, почему многие из вас скептически к ней относятся. Возможно, вы не сильно разобрались, как тут играть, и поэтому у вас нету такого приятного чувства, когда ты играешь в эту игру, потому что она и стратегия, и ферма тебе, и симулятор, и все сразу. Короче, ребята, очень классное обновление. Я даже не ожидал, что оно будет такое прикольно. И чуть позже я покажу, что конкретно мне понравилось. Добавили, ладно, намекну, добавили возможность, скажем так, сражаться с другими игроками. Ух ты, ребята, я теперь могу улучшить свое кристальное ядро, оно может стать теперь 9 уровнем. А это значит, что после этого я смогу прокачать своих юнитов на 1 уровень. Сейчас они у меня все 8 уровня, может будет до 9. Также можно будет турельки всякие прокачать, но для этого, конечно, правда, очень много денег нужно будет, ресурсов точнее, поэтому этим займемся мы как-нибудь попозже. Ну и давайте посмотрим, что... А, ну вот это я могу улучшить, к примеру, на 12 часов. Давайте вот башню камер до 9 уровня апну, и все, больше мне денег не будет для того, чтобы что-то улучшать. Так, ко мне уже едут ребята враги, давайте их попробуем победить, посмотрим, насколько они жесткие. Кстати, ребята, до обновления, просто я, когда 69 уровня был, и высаживались враги, то я их просто не мог победить, они уничтожали все. Видно, это было специально сделано для того, чтобы, ну, как бы дождались обновления и улучшили свои войска. То, погнали, ребята, первые босяры уже высадились на мой остров, я их всех уничтожаю, точнее, это плот, наверное, а не остров. Так, еще один босс заспавнился, так, давайте, ребята, все дружненько, я пока спикерменов, вот, думаю, сейчас уже можно их выкинуть. Главное, ребята, всех юнитов одновременно не выкидывать, потому что у них есть определенное время жизни, они потом, чтобы у вас не было такой штуки, когда вообще некому будет защищать ваш остров. Все. Ребята, 10. Чуть-чуть осталось. Сейчас мы молнией добьем их. Давайте, друзья, дружненько. Кстати, у меня, ребят, не очень защищенный остров. Я это уже потом понял. Немножко позже об этом расскажу. Ну все, добили. Справились. Мне дали 12 кристальчиков, я защитил свою базу. И давайте дальше смотреть, что еще нового и интересного произошло. Сейчас только немножко поедем, для того, чтобы не стоять на месте. Итак, смотрим, какие добавились еще. Это мои предметы, ладно. Шоп морфы. Морфы, кстати, еще добавили в игре, ребят. Я вам показываю, какие у меня есть юниты. Вот такая вот у меня толпа. Можно, конечно, их продать, наверное. Добавили морфы, прикольно, вы можете теперь быть скибиди туалетом, либо же титаном. Некоторые за робоксы, некоторые за кристаллы. Так что, ребят, смотрите, выбирайте. Если вы, вам не нравится ваш скин, вы можете купить какой-то внутриигровой, они довольно-таки ржачно выглядят. Ну и давайте, конечно же, посмотрим, что у нас, что это за игровой пропуск. А, это бустики, угу. Это геймпассы. И, ребята, магазин карт добавили... О, две карточки новые добавили за 240 и за 300. Давайте сравним. Так, 272.27. А у нового? 544.109. Large Cameraman's добавили в игру. И также добавили вот этого. Спикер 204.109. Ну, ничего интересного, по сути, нету. Не имба. Это был 544.95. Даже тот, который был, и то больше у него, скажем так. Large Speakerman 5 штук, этот спикер тоже 5, ну короче, титанов больше новых нету. Еще, кстати, липкую ловушку добавили, уже возможность ее покупать, потому что раньше ее не было в магазине, ее можно было только выбить. Сейчас вы ее можете также купить. Итак, ребята, еще добавили новые здания для строительства на вашем острове. И теперь можно еще построить, сейчас я вам покажу, вот этот, Ninja Man Factory. Очень крутая штука, советую построить сразу две, потому что они умеют летать. То есть они не ходят по вашему острову, а летают. То есть вы можете даже немножко их поставить вдалеке, между вами может быть вода, они по ней спокойно перелетят и будут атаковать, соответственно, врага. Так. Это прям прикольно, поэтому обязательно ставьте. Давайте ее сразу улучшу.
Е. Так, 48. Давайте, чтобы не ждать, мне просто вот так вот сделаем. И еще раз улучшим, наверное, да? Второй уровень сейчас. Или хватит пока на второго уровня? Короче, максимум надо третьего уровня прокачивается. Ну и также, ребята, добавили тыкву на Хэллоуин. Три штуки можно их построить. Каждая из них в максимальной прокачке дает вам по 5000. И, по-моему, 7 слотов вы можете максимум получить. Если у вас много денег, вы можете сразу ее прокачать. И будете офлайн получать деньги. Ого, ну прокачка дорогая. Не знаю, даже 8 можно, ничего себе. Но там прям 3 миллиона заплатить. Я думаю, что она никогда себя не окупит за 3 миллиона, если честно. Ну это такое. Короче, надо будет что-то еще продать, засеять эти 3 тыквы. Ну а сейчас, ребят, давайте посмотрим самое крутое, на мой взгляд, что добавили в игру. Итак, ребята, что вы можете делать? Вы можете нажать эту кнопочку и вот здесь вот сражайся, видите? Нажимаете, и теперь вы, как скибиди туалеты, должны атаковать остров ваших, ну, скажем так, конкурентов, соперников. Вот, берите юнитов, которые могут атаковать вот всех, и видите, вот огонь, к примеру, он тут бесполезен, потому что, ну, что огонь делает? Он только может нужный квадрат, на котором вы стоите, вот так вот, видите, поджигать. То есть, если вот юниты на него заходят, вы можете это сделать. Но это неудобно, потому что вам нужно атаковать другие квадраты, на которых находятся ваши противники. Поэтому берите других юнитов. К примеру, молния. Очень классная штука. Ее можно даже 2 или 3 взять. Она может отрабатывать. Во-первых, она быстро перезаряжается. Во-вторых, смотрите. Пока моих юнитов нету, я могу вот так вот спокойненько молнии ломать их базы. Так, теперь еще опять молния, дин-дин-дин, все, видите, выбили башни. Там, где выбиваются башни, у вас квадратики закрашиваются зеленым, и после чего вы уже можете туда по ним ходить и с них атаковать. Вы также можете одновременно всех своих юнитов выкидывать. Но тут хорошая, мне повезло, в принципе, локация, то, что тут не сильно укрепленные башни, поэтому я думаю, что мы без проблем их одолеем. Но, в принципе, попадаются настолько сильные укрепленные башни, что, ну, просто их ничем не разбить, не убить, не обезвредить. Ну и, конечно же, ваша задача, ваша миссия – это уничтожить кристалл, который есть на каждом острове. Вот сейчас как раз мы к нему подошли и начинаем его активненько разбирать. Так, спикермены пока разбирают войска, скажем так, противника. Ну, а мой титан вместе с титанами ТВ выжигают кристалл на острове. Как только мы его разобьем, соответственно, мы победим. Опачка, видите, у меня развалился юнит. Так, титан, давай, давай. У него 4 секунды еще, он может 4 секунды бить. Все, успели. Победа. Давайте смотреть, что произойдет потом. Развалился кристалл. И... 4 дали. Ну, награды очень скромные, но сам формат прикольный. То есть ты ходишь, ты смотришь другие базы, как они устроены, и берешь на вооружение их опыт строительства. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Покажу, наверное, еще одну очень интересную базу, которая меня заинтересовала. Смотрите, как челик поставил кристалл. Вот точка спавна, и сразу рядом с ним тут кристалл. То есть он решил, что это невозможно его... уничтожить, потому что у него супер армия. И действительно, как только я своих, видите, юнитов ставлю, по ним сразу прилетает. Раз, два, это три, четыре, пять, шесть, семь. Все. За 7 секунд они уничтожили полностью всех моих титанов. За 7 секунд. Это при том, что три основные башни, которые прям рядом были, которые бы... Ну, две даже. Там кристалл еще был. Я их заморозил перед высадкой. Кстати, хочу посоветовать вам вот такой вот расклад, как у меня. Может, вы его как-то улучшите. Заморозка. Я использую для того, чтобы высадить своих юнитов. Тогда их сразу не убивают. У них есть какое-то время пожить немножко. Также советую спикермена из-за того, что у него титан спикермен, у него дальность хорошая, видите, он сейчас стреляет, его не убивает, потому что, ну, он видит на 2 квадрата вперед. Соответственно, вы можете его поставить вдалеке, и он будет атаковать врагов, ну, соответственно, противников.
К сожалению, Титан, он крутой, конечно, но ему нужно непосредственно рядом быть. Поэтому, чтобы его не убили, вам нужно сначала обезвредить все пушки, которые могут до него доставать. Вот смотрите, спикерменов я поставил, и по ним никто не работает. Их никто не отрабатывает, потому что они стоят далеко, у них радиус действия далекий, и они спокойно уничтожаются. Я так понимаю, что собственник этого острова решил, что когда войска противника высаживаются, они агрятся на кристалл, и их в этот момент уничтожает вся их армия. Но так не сложилось. Моя армия победила, я заработал гемы, я заработал кубки, и теперь у меня уже 102 кубка. Так что, ребята, кстати, я обратил внимание, что если вы еще делаете апгрейд самого плота, где находятся ваши башни, которые атакуют врагов, то они увеличивают радиус этой башни. Я этого не знал, видите, у меня все начального уровня, еще плотики стоят, я буду их апгрейдить. На этом у меня, ребят, все, не забываем ставить лайк, подписываться, и до новой встречи. Всем пока!